И в завершении выпуска традиционный обзор газеты «Вечерний Мурманск», о чем расскажут журналисты печатного издания, узнаете прямо сейчас. В Мурманске организован штаб по наведению порядка на придомовых территориях. Все управляющие компании должны показать, как были израсходованы деньги, которые горожане платили за уборку дворов. Кому из нерадивых коммунальщиков ждать наказания? Мурманчане в очередной раз доказали, им нет равных в снежных боях. В финском городе Кемиярви прошел чемпионат Европы по юкигассен, игре в снежки по правилам. И наши земляки завоевали сразу две престижные награды. Подробности в свежем номере «Вечернего Мурманска».